Артист хора, слесарь, директор, почтальон. 20 лучших представителей трудовых коллективов из разных сфер жизнедеятельности украсили доску почета Октябрьского района. Решение ее создать было принято 11 лет назад. За это время на доске побывало 220 человек. Для того, чтобы попасть сюда, не нужно совершать подвиг или руководить крупной организацией. Достаточно ответственно выполнять свою работу. Об этом еще раз напомнили на торжественном чествовании занесенных на доску почета Гродненко. Надо активно, жизненная позиция, надо в районе что-то сделать, оставить после себя какую-то память и трудиться на благо Белоруссии с полной отдачей. Тогда будешь замечен, и тебя коллектив порекомендует, и занесем мы на доску почета.